Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами комплектацию LE в автомобиле Nissan Qashqai. Сразу расскажу про комплектации. Помимо LE в максимальных комплектациях, кстати, все идут на коже, либо на Alcantara, а на выбор комбинации с кожей. Это одна из первых максимальных комплектаций. Есть еще LE Roof, LE Plus и LE Sport. LE Roof – это с панорамной крышей автомобиль. LE Plus добавляются, помимо этого, еще системы безопасности, мониторинги слепых зон и так далее. И LE Sport добавляются еще 19 диски. Поподробнее рассмотрим вот эту комплектацию. Здесь у нас диодные фары ближнего-дальнего света. Фары с омывателями. Парктроники передние тоже видим. Камеры кругового обзора. Ну, вот на зеркалах тоже они есть. Здесь двухлитровый двигатель, вариаторная коробка передач и полный привод. Что касается безопасности, здесь имеются 6 подушек безопасности, 2 фронтальные и 2 боковые и 2 шторки безопасности. Вот таким образом выглядит место пассажира. Отделка салона. А это места для пассажиров заднего ряда. Здесь у нас уже есть подлокотник. Подлокотник с двумя подстаканниками. Также воздуховоды. Крепление Isofix для детских сидений. И сиденья раскладываются в пропорции 60 на 40. В этой комплектации 17 диски, 215 на 60 резина. А вот таким образом автомобиль выглядит сзади. 4 сонара парктроников. Камера заднего вида. А вот такое багажное отделение. С подсветкой. Здесь все то же самое, что и в минимальной комплектации. В автомобиле имеется бесключевой доступ. Мультируль. Но он есть и в минимальной комплектации. Блок управления здесь, курсовая устойчивость отключается. Омыватель фар, отключаются парктроники. И включается и выключается эко-режим и система мониторинга рядности. Зеркала с кнопкой складывания. Блок управления полным приводом. По умолчанию автомобиль переднеприводный. Интересная особенность, подстаканники с подогревом или с охлаждением, то есть в зависимости от того, какой воздух подается в салон, такой же подается и на подстаканнике. Это все можно дело закрыть. Электронный ручник, AUX, USB и розетка. В этой комплектации климат-контроль уже двухзонный. Мультимедийная система, 6 динамиков и камера заднего вида, точнее кругового обзора и навигационная система. Навигационная система на SD-карте располагается. Карта навигационной системы, точнее. Зеркало с автозатемнением имеется. В козырьках зеркала с подсветкой. Кнопка Aero-GLONASS. Кнопка запуска двигателя. В общем и целом, Nissan Qashqai создает впечатление очень приятного автомобиля, приятные материалы отделки. Отлично управляется машина. Немного весит, поэтому очень бодрый разгон у нее с двухлитровым двигателем получается. Я покатался, мне очень понравилось. Рекомендую вам записаться на тест-драйв, приехать ко мне, и если заинтересует покупка, оформить.